стендят такие каунтеры, блядь. Розангиф из пятерки, блядь. Самый уебищный чар вроде там. Хотя хуй знает. Походу два человека или один смотрит через... Вконтакт? Да, я хуй знает, как это делать. Если смотрит через контакт, то заходите на Twitch лучше. Ну, если че, опять сосу, я не знаю, какие кнопки нажимать, чтобы хоть как-то контр-ла-ра атаковать в этой игре. Конечно же, вылетел спешл, тут же по ебучке прилетело. Как я мог вообще предугадать, что кидает спешл на, блядь, виджите. Только опытом, блядь, игры. Хуй знает, когда он не придет. В таком просто году до нашей эры. Темного Гоку, как я не умею против него играть. И, блять, я не понял, какого хуя-то не вылетел этот ебаный ассист. Мне кажется, просто сейчас я до поры до времени снесу эту игру, как минимум, потому что я не знаю, как это играть. Столько всякого спама говна, в которую я просто не понимаю, как играть. Я всегда на минусе, я не могу ударить, я ничего не могу в этой игре. Я наиграл уже 30 часов, нихуя не получается играть. У меня просто, я не знаю, у меня на все контрхиты, на все абсолютно. Я не был. Либо тут баланс такой, либо тут столько для всякой хуйни, которую можно повторять чуть ли не до бесконечности, блядь. Я не представляю, что делать. Какие кнопки нажимать? Я сначала еще как-то терпел, когда только учился играть, но, блядь, я теперь вроде что-то и умею, но на самом деле я вот все, хуй, блядь, обвинника. Каунтер, каунтер, блядь, я не знаю, что делать. Какие кнопки нажимать? Просто каунтер, каунтер, блядь. Один только каунтер. Сидеть в блокстане 3 часа, надеюсь, что, блядь, если не знаю, что-то прокатит, потом мне тоже не хочется сидеть. Ну опять каунтер, ну я вроде даже первую кнопку нажал еще с воздуха. Ну каунтер, хит опять, блядь. Каунтер, 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 блядь, я не знаю, что делать. Всю игру одно и то же каунтер. У меня ни одна кнопка не работает, я хуй знаю, что здесь прожимать надо. У меня такое чувство, что мои персонажи, на самом деле, что мои персонажи сосут. Мы на их персонажах никто никогда не играет, я не знаю, на что жать вообще.
Ну опять каунтер, даже понимаю. Но я кинул, блядь, ассист, и из него просто выпрыгнули, блядь. Я будто бы его мог не кидать даже, как бы один хуй. И опять каунтер, но это же... Ну я хуй знает, что делать в этой игре, блядь. Я в пятом Street Fighter так не сосал на самом уебищном персонаже, блядь. Даже на нем ты как-то мог, блядь, контрахити. Тут хуй, блядь, просто, не знаю, сиди в блоке, блядь, 3 часа. Надеюсь, что противник, блядь, полную хуйню сделает, что ли, блядь, или типа это. Я уже заебал реально. Три часа сидит блок стоит, надеюсь, блядь, что... Блять, противник потом просто обкакается, блять, повторяя одну и ту же хуйню, мне не хочется, блять, это параша какая-то, извините меня, блять. Где игра, как бы, можно спросить? Ну опять каунтер, но я должен быть даже на плюсе после этой хуйни, почему каунтер-то, блять? Это доебало уже. Я не знаю, что я делаю не так. У меня просто на все каунтер, всю игру. У меня играю уже 30 часов, у меня, блядь. У меня с 30 этих часов одни только ебаные каунтеры, блядь. Мне нельзя нажать ни единой кнопки, и все, блядь. Я пытаюсь нажать кнопку, я получаю каунтер. Вообще ничего нажать нельзя. У меня будто просто даже нельзя получается нажать не в моем какой-то проблеме, что я что-то неправильно нажимаю, а просто нельзя нажимать. Может быть, на моих персонажах или типа того, блядь. Сейчас я сделал каунтер, ну, блядь, на очевидное наказание, блядь. А сейчас я вообще не помню, что произошло. Супер. Кажется, наступает время Street Fighter, блять. Возможно, даже скачаю по новой пятой. Я не знаю, как играть в эту хуйню. 30 часов я просто повторяю одно и то же. Я не знаю, в чем моя ошибка. Моя ошибка будто бы просто в том, что я играю на хуёвых персонажах, и все. Я не знаю, что делать еще. Что я могу предпринять, чтобы играть лучше. Опять каунтер, ну блять, я просто не понимаю. Да в любом случае каунтер, я вообще не имею права нажать кнопку, блять. Будто бы тут еще тоже у тебя, блять, дохуище, будто бы тычек, я не знаю, как в Street Fighter. Нет, блять, у тебя 2 тычки, блять, и на любую, блять, из них уже никогда не прокатит. Всегда получаю, блять, каунтер. Просто не ебу почему, блять. Я даже не, блять, я уже забыл нахуй, как комбы делать, когда я просто всю игру свою блок станет, либо получаю ебучий каунтер, блять. Я вообще как-то, я получаю по-другому урон, кроме как не через каунтер, блядь. Блять, он уже в минусе после оверхеда. Даже, блять, я это не могу наказать. У меня что, настолько персонажи, что ли, уебище? Или что я делаю не так-то, блять?
Меня заебало я все последний раз. Я больше не запускать. Это не могу полностью. Я не могу играть хорошо. В чем смысл? Ну опять каунтер, я не знаю, что делать, блять. Блять, это, по-моему, полная хуйня для дегенератов. Я изменил свое мнение об этой игре. Это, блять, полное хуище, блять. Я не знаю, тут, по-моему, ты либо берешь нормальных чаров, либо ты сосешь худец, блять. Каунтер, блядь. Хули нет. Еще один стрим просто, блядь, в помойку. Вот такого, блядь, демонстрация такого сосалого, блядь. Каунтер. Каунтер, каунтер, каунтер. Каунтер, снова каунтер, блядь. Я вообще не знаю, всех пиздей тут. Я понимаю, что сейчас я сам играю хуево, не сделал ни единого блокснека, но мне похуй, потому что даже это не имеет значения, как я играю, блядь. Когда все, что ты делаешь, оно сопровождается ебаным каунтером. Это, блядь, не зависит даже от скилла, блядь. Ну, я уже играть не хочу. Хочу играть, игра говно, игра хуйня. Отойду, отойду. Бля, ты слышишь, что он говорит? Да-да-да, сука, так ору, бля. Это писа войс, блядь. Что-то ты не тибагаешь, нихуя. Все, он сказал, что удалит игру. Да-да-да. А, сейчас, блядь, не ждать. Ну, как-то это. Блядь, я что-то парну. Да не, иди туда. Ой, хорошо. Еще, а вот за это все не будет бардока. Каунтер, каунтер. Я забыл за что просто. Бардока там. Они же тебе это че, ты к ним на войс не смог зайти? Ладно, давайте эту дупу ковить. Угу. Кашка. У меня чары багнуты, бля. Ты на войс не смог к ним зайти? А я просил. Чувака. Нормально, бля. Сейчас запись остановлю.